Всем привет! С вами пользователь G4 Зима. Сегодня 30 апреля, и как вы уже увидели с видеослайда, с первых, сегодня пришла вот такая вот посылка. Да, я ответственно заявляю, что это рубрика товаров, женских товаров. А вот, потому что пришел долгожданный пакет с двумя пиджаками. Стоимость одного пиджака 9 евро 36 евроцентов. Итак, давайте же посмотрим, что там внутри этого пакетика. Так, я открываю аккуратненько. Вскрываю пакетик этот. Вот. Значит, должно быть два пиджака. Вот, разных цветов, но одинаковые по конструкции, так сказать. Вот. Итак, долгожданный момент. Так, я сначала покажу. Так, в пакете ничего нет больше. Так, Deutsche Post. Все как полагается. У нас не Russian почта, Russian почта, у нас Deutsche Post. Итак, ну, давайте начнем вот с этого. Что из себя представляет? Вот их два. Два. Это две М-ки. Две М-ки. Ага, да. Значит, давайте посмотрим, как выглядит первый. Что он из себя представляет. Так, вот. Прям перед вами все распаковываю. Думаю, что видео немножко затянется. Дольше обычного. Так, висят какие-то ниточки. Так, ну вот, убираем. И ниточек нет. То есть, бывает издержки профессии в подвале или еще где-то. Ну, в смысле, в Китае. Вот, значит, что сразу хочу сказать. Размер M. Лейбл с собой представляет какую-то англоязычную китайскую надпись. Ее плохо видно, но тем не менее. Значит, материал довольно-таки хороший, я скажу. Материал это... У нас типа как начес, по-моему, да? Вот, и чувствуется хлопок, коттон, хлопок. Две пуговицы. Сейчас я их расстегну. Только я вот не совсем уверен, что эти цвета заказывали, потому что я не помню, конечно. Так, значит, вот так вот выглядит. Так... Довольно-таки приятно, я скажу, выглядит, если честно, да? Вот. Значит, так, чтобы на камеру это было видно. Значит, это вот так вот. Единственное по видео... Так, сзади, в принципе, нареканий нет, да? Вот, сзади хорошо. Единственное, что хочу сказать, что спереди, с одной стороны... С одной стороны, я не знаю, будет ли это все-таки как брак какой-то, да, или нет. Но вот здесь торчат нитки. То есть торчат нитки материала. Ну, думаю, их можно будет аккуратно срезать. Вот, причем так более-менее аккуратно, ювелирно, да. Вот, ну это даже с самого вот материала распушились нитки. То есть это не какие-то там не обрезанные строчные, да. Так, ну это, в общем, пиджак номер один. Вот, повторяю, его стоимость 9 евро 36 евроцентов. То есть, не знаю, смотрите, когда увидите это видео по вашему курсу валют. Вот, и думайте, надо ли вам оно, нравится или нет. Внимание, здесь существенное, вижу... Различия. Хотя их покупались два одинаковых. Так, значит, смотрите. Сразу что я уже заметил. Во-первых, лейблы другие. Вот смотрите. Лейблы другие. Так, я постараюсь не затягивать с видео, но просто хочу, чтобы было как можно больше информации и интереснее. Значит, смотрите. Здесь мы видим.
белый цвет с черным кантом. Вот, везде, да? Вот, а там белый был кант, понятно. Но что мы видим? Мы видим, так, материал точно такой же, да, вот внутри начесик, приятный тел, я скажу. Но смотрите, здесь отличие в лейбле. Не знаю, что это такое. O.JMS. Ну, размер M-ка, потому что брались два одинаковых двум разным людям. Вот, но одинаковым по своей комплектации. А вот, значит, вот такие вот кармашики. Вот, да, на первом тоже были карманчики. Вот, небольшие такие кармашки. Так, открываем, что у нас внутри. А внутри у нас, так, тоже тут видно, что это М-ка. Вот, ну, здесь вот, да, вот такой вот материал, больше никаких лейблов. По швам, да, по швам. Так, ну опять какие-то торчат нитки, да, то есть, ну это можно аккуратно подрезать. Вот, это не так критично. Вот, пуговицы еле пришиты, кстати. То есть буквально на два этих отверстия, не на четыре, да, то есть не прочно, да. Вот, но зато не пахнет китайской псиной, вот этим ядовитым запахом, то есть не токсично, то есть пахнет реально хлопком, хлопком и немножко краской, то есть краской такой вот, как она, ну, называется, для ткани, то есть ничего такого ядовитого нет. Вот, значит, вот такой вот приятный, я бы сказал, пиджачок. И второй тоже. Я сейчас его еще раз продемонстрирую на камеру. То есть это, в принципе, они реально два одинаковые. Вот, но единственное, говорю, ихнее различие в том, что здесь вот такой лейбл, а здесь вот такой. Ну, не знаю почему, наверное, может быть, смены пошива разные были или еще что-то. Вы же знаете. Кстати, на этом также только две пуговицы пришиты. Ой, прошу прощения, на два отверстия. То есть слабенькие. Вот такие вот карманчики. Вот. Ну, что я хочу сказать. Думаю, тем, кто заказывал эти посылки, им понравится, потому что качество, я скажу, за такие деньги, в принципе, это реально круто. Вот, ну вот то, что касается вот небольших недоразумений с нитками, а так все реально хоха квалитет, я бы даже сказал, высокое качество за такие деньги. В свою очередь, благодарю вас, зрители моего канала, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Под описание видео я всегда под каждым видео указываю ссылку на товар или на продавца, чтобы можно было купить у него. То есть это делается для того, чтобы вы не купили у другого продавца, а купили, допустим, у того, которого я брал, только потому, что я вам показал, что то, что я заказывал, то и пришло. То есть без обмана, без каких-то подвохов. Вот. Ну, еще раз благодарю за просмотр. Пока-пока.